поем. Не забываем, мы там снова лучше, там все лучше, что у нас. Но все очень плохо, не было случай. Можно еще и покрикивать. Как весело с нас. Большой хоровод сделаем. И не останавливаемся, мы продолжаем служить. Значит, хоровод. Предлагаю те, кто взял с собой йогурт и турицов, наших маленьких ребят, поставить их немножко позади, ну или с кем-нибудь, для них показывают мультики, чтобы это солнце, скажем, не завлекло внутрь. Ну что же, уважаемые друзья, приветствуем вас в нашем сельском клубе! Давайте сейчас нас вместе потом услышим, потопаем, потому что нас два не было слышать, везде на нижней палубе. И чтобы они сюда присоединились? Давайте вместе поулюлюкаем. Познакомиться с нас, все первый раз, если клуб никто придумал, не знает. Так давайте знакомиться. Как знакомиться? Да. Нам, знаешь, у кого-нибудь глаза завязать, он пускай ходит, всех трогает и знакомится. О, действительно, хорошее знакомство. Внесите нам... Молодец-хлопец. Молодец-хлопец? Вот, есть сразу. Еще один. Так. Две барышни нужны, как из барышни? Как же знакомиться? Зачем? Что хлопцы? Сами друг друга знают. Так, барышни. Так, барышни, вот стоит, давайте пойдем с нами, сейчас все покажем. И вас... Так, вот ваш дом, завидность, да? А теперь внесите то, чем мы будем знакомиться. Так. Вот, неожиданно как. Повязочками будем знакомиться. Сделать, да, жмурки. Вот вам масочка, и вот вам масочка, да. Вы вот его ловите, а вы вот ее ловите. А чтобы было слышно, кто кого ловит, такие вот есть игрушки-погремушки. А тем, кто остался в хороводе, давайте снова... А хоровод ведь не останавливается. Конечно же. Будем заряжать свою энергию и заряжать друг друга, тех, кто ловит, и тех, кого ловят. Да, если кого-то из хоровода поймали, придется меняться маской. Да, действительно, вот такие у нас правила. Не попадайтесь. Хоровод, начинаем кружиться! Вот, в какую сторону побежал, смотри. Поймал. Ой, аккуратненько смотрим. Смотри, какие люди обидные, но просто со всем хотятся, но не надо знакомиться, я уже всех знаю. Смотри, хоровод идет, я не знаю, где даже больше энергии. Ой, аккуратненько. Все, хватит. А ну, я как добычу поймал. Масочками теперь поменять, теперь она вас ловить будет.